сейчас мы едем в древний аул Гамсутры. Тоже одна из достопримечательностей Дагестана. Так, что там написано на табличке? Село Чох, этнопарк, село Гамсутль, 15 километров, мемориальный комплекс Ватан. Здесь не только кошки красивые, с невероятной расцветкой. Ну, посмотрите, какая прелесть, а! Впереди черные колготки, сзади белые колготки. Ну и попа в штаниках. Фантастика, ты очень красивая, очень. Ну честно, красивая, не обижайся. Ну правда красивая, ну просто очень смешная. Мы понимаем, что вас уже замучили дорогами, ребят. Ну, кому то, что от дорог, прокручивайте. Прокручивайте дороги ради Бога. Дорога, конечно, вот здесь, можно сказать, плохая. Ну, если село мертвое, то только туристы едут. Так едем. Я затаила дыхание. Да, так... Не будь я водителем, я бы закричал. Дорогие друзья, сегодня мы приехали в одну из достопримечательностей Дагестана, село Гамсутль, аул Гамсутль. И здесь случайно узнали, что у этой милой девушки Натальи сегодня день рождения. Сегодня опять 18. Наталья, от наших зрителей, дарим вам этот чудесный цветок. Ну, что нашли? Большое. Поздравляем! Спасибо, спасибо. Все поздравляем. Да. Да, до Гамсутля еще 1380 метров. Смотря кто считал. Алла, представляешь, березки растут. Белые скалы, как Белогорье. И голубое небо, как мы желали. Держимся. Держимся.
Устала, Алла. А ведь утром кормил. Как себя. Мой бутерброд съела. Мою порцию съела. Ты опять жалуешься? Не жалуюсь. Говорю, что у тебя сил должно быть много. Обещала мне на ручку... Я всегда говорю, завтракать не нужно. На ручках обещала донести. Ага. Еще 500 метров и мы у конечной точки. Кстати, количество любопытных очень много. И это не может не радовать. Добро пожаловать в Амсуталь. Когда-то здесь была жизнь. Жили, любили, улыбались, смеялись, умирали, рожали. А теперь никого. Как это не печально, но такова участь, наверное, всех таких маленьких селений высоко в горах. Молодежь будет уезжать в города, старики будут оставаться. Так строили дома, строили арки. Я думаю, все из вас видели Кавказские мосты знаменитые. Вот сделаны арки, окна точно по такой же технологии. Помнишь, Алла, мы с тобой были в деревне грузины? Да. По-моему, Тверская область, да? Там такой мост еще остался. Да, единственный, наверное, в России. Вот, не в России, в смысле, а в центральной России, так, в ближайшем Подмосковье, я хотел сказать. Вот, смотрите, как делают. Я не делал такие мосты, но я предполагаю. Делают какую-то подпорку, возможно, деревянную. И потом сверху выкладывают камни, желательно в форме трапеции. Чтобы внизу уже, вот я сейчас покажу как раз на примере. Вот характерный камень в форме трапеции, видите? Вот здесь узенько, а здесь широко. Ну, цемента вряд ли было в древности. Была глина и на глину. Но за счет того, что камень здесь шире, а здесь уже, идет, вот они, видите, опять тоже трапеция. Они цепляются и держат друг друга. Вот так делали мосты, так делают вот эти красивые арки. Вид из окон, так скажем, конечно, красивый. Но как тут люди жили? Ну, двухкомнатная. Вот спальня и зал. Миша, ты ее позвал, а ты бы не хотел ее встретить? Большой дом, кстати. Тут, может, и жило человек 10, а то и 15. Сохранились еще двери, окна. Жалко деревушку, да? Да. Но провести сюда воду, газ еще сложнее. Поэтому отсюда, наверное, все... Если воду, газ все провести, так тут народ приедет. Да. И жить будет. Да. Да. Ты любишь позировать? Ты принцесса? Да? А ну-ка еще раз, крутанись еще раз. Молодец, молодец. Умница. Ой, ты какая хорошая. Она пыльная. А, туда на джипах? На самый верх. Нас на завезли, и потом мы спускались. Мы спускались километра два, но там... В гостях у сказки. Расскажите сказку. Мы в Дагестане. И это уже сказка. Это уже сказка. Двери закрывайте, не забудьте. Некоторые дома, как дворцы. Там в начале. А последний житель где жил? Дальше. Там дальше. Здесь жил
последний житель деревни. Вот такой вид открывается передо мной, сзади меня. Круто! Вас я не слышал. Скажи, круто? Давай. Круто! Круто, круто! Вот, молодец! Некоторые меня спрашивают, а где люди, а где люди? Ну вот, показываю. Даже сюда, на огромную высоту, где едешь на своей машине, потом едешь, поднимаешься пару километров на газике, пазике, потом полтора километра идешь в горы, где-то минут 30-40. Смотри, сколько народу. А еще спускаться столько же. Гамсуталь, до свидания. Судя по количеству туристов, которые идут сюда, даже вне сезон, тебя ждет вторая жизнь, жизнь музея под открытым небом. Пожелаем тебе успехов. А мы отправляемся дальше. В Дагестане много достопримечательностей, которые нас еще ждут. Можно подниматься пешком, можно за 100 рублей. Жалко 100 рублей, качайте мышцы.